Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем гладкоствольное итальянское самозарядное ружье от производителя Breda, модель B12i. В комплект поставки входит документация к оружию, сертификат соответствия, пластиковые проставки для изменения погиба приклада, 4 дульных сужения чоковые ключи антапки, ствол оружия, и само ружье. Приклад и цевьё выполнены из оружейного пластика с покрытием Soft Touch. Затыльник выполнен из мягкой резины. На рукояти и цевье имеется насечка для лучшего контроля над оружием. Для установки планок сверху на ствольной коробке имеются 7 отверстий. Основные части оружия выполнены из оружейной стали. Ствол выполнен также из оружейной стали. Сверху над стволом имеется высокая вентилируемая планка и оптоволоконная мушка. Канал ствола и патроник хромированы. На конце ствола имеется внутренняя резьба для установки дульных сужений. Выкручиваются они с помощью специального ключа. Для того, чтобы собрать ружье, необходимо выкрутить гайку магазина и снять цевьё. Далее цевьё надеваем на ствол. После этого устанавливаем ствол в ствольную коробку. Эта модель отлично подходит для спортивной, тренировочной и развлекательной стрельбы, а также для соревнований IPSC. Снизу на прикладе и на гайке магазина имеются отверстия для установки быстросъемных антабок. Щечка на прикладе выполнена из мягкого материала. На ружье установлено увеличенный рычаг взвода. Патроны устанавливаются как в окно выбрасывателя, так и в подствольный магазин. Предохранитель блокирует ход спускового крючка. Шахта магазина также увеличена, так как ружье предназначено для спортивной стрельбы. Автоматика работает за счет амортизационного двигателя. Когда заканчиваются патроны, ружье становится на затворную задержку. Приобрести эту модель вы можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовывозом, при наличии лицензии серии LGA и паспорта. Более подробную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.